Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в XCOM Enemy Within. И у нас тут, как вы помните, атака на нашу базу. Мы ее как-то, хоть как-то пытаемся отбить. И у нас это пока не очень, честно говоря, получается. Патронов ноль. Блин, ну ладно, давайте сюда отходим. Нет, не этого, вот того, чувак, надо. Ну надо попасть, я понимаю, 35%. Ну что ж ты за вафля-то, а? Надо попадать. Родимый. Где твой радиус перемещения? А, вот. Так, а ну подождите, разверните мне камеру вот так. Эту надо прятать. За 50%, ну нормально. Мимо, да что? Есть движение в системе вентиляции тех отсека. Так, вентиляция тех отсека, а этих отсека. Я больше не выдержу. Ты чё в панику впал-то, а? Глухая оборона. Нет. Хорошо хоть. Нет. А нет. Ты-то чё? Координаты получены. Двигаюсь на позицию. Время убивать. Они пошли в обход. Не, вот этот дебил, который паникует. Тебя шпех, блин, хер ли ты паникуешь сейчас? Просто. Я вот этого не могу понять, ребята. Сейчас вообще нельзя. Блин, а у тебя нету спешу. Пушки, да? И у тебя нету пушки, твою Можно мать. Можно начинать. Командир, противник приближается с воздуха к дальнему посту охраны. Не уверен, что наземные силы врага могут туда добраться. Возможно, они ограничатся ударом с воздуха. Ты бы помолчал. Черт, попал! Полкан херячит сильно. Да блин, из-за того, что эти в панике, ну все, тут сосай лалка, мы проиграли. Не, надо, короче, эту миссию как-то с самого начала начинать. Да, я с самого начала подставился и... Ну, я просто не знал, что тут так. Теперь-то я знаю, теперь-то мы выиграем. Этот красный бежит. Тут просто надо уходить в одну сторону. Я что-то кинулся на двух роботов и... Меня это и подставило. Первые ходы, которые никто не нападал, точнее, первый ход. Нам надо было просто всем сдвинуться вот сюда и с этой стороны держать оборону. Вот. И тогда было бы все ништяк. Вот. А поскольку мы вот так вот... Ну, тут, правда, всякие... Ну, это ерунда по сравнению с тем, что с той стороны идет. Блин, два диска сразу. Ахи-ху-ху. А может быть наоборот тогда? Может быть пойти в ту сторону? Да ну нафиг, какой огромный подкрепление-то. Я в шоке, ребята. Как с этим воевать? Дополнительные внешние аккумуляторы почти полностью заряжены. Скоро я смогу открыть одну из внутренних взрывостойких дверей. Подкрепления будут идти через нее, пока хватит энергии держать дверь. Так, ладно. Давайте автосейв аж вот этот загрузим и повторим вообще атаку базы XCOM. А, хотя нет, там, по-моему, еще был автосейв. А ну-ка, загрузить игру. Вот этот, 14.30, 14.32, это, по-моему, как раз первый ход базы XCOM. Ну, то есть, вы поняли, да? Сейчас. Да, 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 тут еще нету никого. Приказ получен, командир. Соответственно, надо рывками всех переводить. Давайте все-таки отсюда с, это. Когда мы все в куче, мы гораздо сильнее, чем когда так. Уже бегу. Все-таки это гораздо круче. Давай, боеготовность более-менее. Так. Давай рывок куда-нибудь сюда.
Дельта, дельта. Так, эти на верхушке. Давайте тоже сваливайте, ребята. Сваливайте отсюда. Приказ получен. Давай, пошел сюда вниз. Вот тут вот будем держать оборону тогда в таком раскладе. Сейчас сюда прыгнет крисолит, но они ничего не будут, это, никого не будут пока атаковать. Первый ход они как бы, ну, ничего не делают. То есть, там все изи. Вот этот вот говнюк. Вот этот босс, он вообще пока подойдет, там три раза рак на горе свистнет. Нам надо, наверное, убрать вот этого зеленого или вот этого здорового. А лучше и того, и того. О, на четверочку стрельнуло, супер! Скоро к вам придут подкрепления, и подкреп. Командир. Это хорошая новость. А вот и плохая. Внешние аккумуляторы пусты. Мы истратили всю энергию, держа дверь открытой. На зарядку понадобится время. Так, ты у нас кто по этому? Ты у нас полкан? Дебил ты, а не полкан! Просто кто так делает? Промахнуться в упор? Ну зачем эти промахи? Ну сделали бы вот этот экзальт, да? Нет, я понимаю, в режиме терминатора оно может быть интересно, но когда, ну как бы, ну просто получается фактор удачи они внесли в игру. Эй, а чё такой сейф, автосейф? Чё за бред? Чё за дерьмище, блин? Блин, чё за говно? Где нормальный автосейв? Какого хрена? Не пересохранился он. Просто какая-то какашка. Так, ладно, я сейчас просто в начале следующего хода сохранюсь, да и всё. Выдвигаюсь навстречу цели. Да, выдвигайся навстречу цели. Блин. Я пошел. Ты давай сюда. Нормально, эти дохленькие пулеметчики, они тоже дамагу вносить могут. Так что нормаль дыс. Бегу. Снайпер, снайпер. Продолжим. Уже иду. Так, давай в боеготовность. Ну, более-менее. Эти, конечно, роботы, это, конечно, трэш. Блин, а вот этот, кстати, босс, он апнет вот этого робота. Вот в чем проблема. На два долбануло, а не на... Скоро к вам придут подкрепления, командир. Это хорошая новость. А вот и плохая. Внешние аккумуляторы пусты. Мы истратили всю энергию, держа дверь открытой. На зарядку понадобится время. Так, вот теперь нам вот здесь надо сохраниться. Обязательно. Все, сохранились. Так, 100%. Давай, наверное, ты тогда снимай этого робота. На 7 нормально. Давай еще одним выстрелом. Давай. На 5 нормально. Ты фигач этого чувака насколько сможешь. Во, нормалек. Надеюсь, ни у кого паники не будет из-за этого. Так, кто ходит?
Слушаюсь. Ты ходишь, давай переходи сюда. Фигачь его еще разочек. Так, отлично, этого объект сняли. Уничтожен. Ты по ком можешь стрельнуть? По крисолидику. И по тому верхнему, да? Давай, наверное, уже переходи сюда. Давай, наверное, крисолида попробуйте снять вдвоем. Дидаун ты, а не стрелок. Так, ладно, этого пока не будем трогать. Кто у нас еще тут имеется? Так, ты из РПГ можешь засандалить, в принципе, нормально по тем двум. Так, еще два таких бойца есть, даже три. Три бойца есть такие, да? Слушайте, ну давайте три бойца, может вы снимете. Да ну, по два, вы хренью-то не страдайте, а? Вы-то стреляйте, ну стреляйте-то более-менее нормально. Вот, на четыре. Нормалечек, еще один должен на 4 стрельнуть. Давай на 4, родимый. Ты дебил. Ты просто цель дебил. Не поражена. Ты, блин, идиот. Вот как надо стрелять. Так, ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Сейчас посмотрим, что будут делать остальные. А, ты же еще можешь стрельнуть. Кого? В крисолида. Мимо, отстой. Так, отлично. Крисолид не добежал. Это хорошо. Что будет этот делать? Простреливает кого-нибудь отсюда? Нет, отлично, он тоже не добежал. Точнее, он добежал, но... Так, ну эти пошли, наверное, там по верхнему. А, ну сейчас будут перестреливаться, да? Нет, скотина, блин. Убил на критулину. Скритулины убил. Так, ну ладно, эти мелкие они. Особо погоды не делают. Так, снайпер. 93%. Почему шанс крита такой маленький? Так, я знаете, что думаю вот тут организовать? Давай, снимай этого крисолидика. Нафиг. Мы сейчас тут поставим живую эту. Я пошел. Кстати, поставим ее в боеготовность еще плюс ко всему. Ты по ком можешь стрельнуть? 25%? Ну давай, нормально. Ну, я так и думал, что ты промажешь. Так, давайте перезарядку тех, кого можно. Выхожу. О, 67%. Нормально на трешку шандарахнул. Так, тебя, наверное, надо спрятать как-то. А куда тут тебя можно спрятать? А, вот за вот этот, например, уже иду. Комб, да? Давай в перезарядку. Так, что сейчас будет этот чувак делать? Он подходит в упор. О, он даже отхватывает люля. На трешку. Во, нормально. Отхватил. Слушайте, это здорово. Так, и он сейчас не будет ходить или будет? Отлично, он не стрельнул. Слушайте, вообще лафа. Так, этот тут один другого взял под контроль, ну точнее бафнул. Ну это ерунда. Ну, я не знаю, если он сейчас не кританет, то... Ну, отлично, мимо. Супер. И босяка подошел. Так, все, у нас сейчас задача первая, это уничтожить вот этого чувака. Блин, ну только снайп, давай я тебя на всякий случай выполняю. В перезарядку. Мы, я думаю, его справимся можно без начинать. Тебя.
Слушаюсь. Так, ну а вот ты, конечно, стреляй в него как только можешь. Патронов больше нет. Патронов больше нет, ну что сделать? На 6 нормально. Направляюсь туда прямо сейчас. Чувак, что тут у тебя? 77%? Да чё ж вы по двушечке-то бьете так слабо? Тяжпех. А, тяжпех. Ну давай, родимый. Ты должен его убить. Красавчик. Снял его. Красавчик. Тяжпех, красавчик. Так, тяжпеха можно перезарядить. Уже иду. Ты сюда давай в боеготовность. Кто тут еще? Еще один боец. Давай. А ты в каком можешь стрельнуть? 45%, да? 29%, 45. Ну, 45 это нормально, в принципе. Красавчик. Командир, есть движение в системе вентиляции. Красавчик, снял. Так, а кого он там взял? Мелкого, да? Так, сверху крисолит, но это, в принципе, ничего. Тут зеленый, это тоже, в принципе, ничего. Крисолит вот это... Ну, вообще, крисолиты, они командир, не так опасны. Дополнительные внешние аккумуляторы почти полностью заряжены. Скоро я смогу открыть одну из внутренних взрывостойких дверей. Подкрепления будут идти через нее, пока хватит энергии держать дверь открытой. Блин, снимать этого я не хочу, честно говоря. Так, ты в перезарядку. Блин, а ну-ка, дайте я тут сейф кину. Это очень плохо, что он взял под контроль из такой позиции. Надо было передвинуть. Выполняю. Сорок 8%, 46%. Давай с критом, а. Мимо, ты дебил, блин. Ты дегенерат просто, а не снайпер. Вот. Так. Ладно, давай выходи сюда на открытую. Сколько? 60%. Давай с этим... 60 на 60, может, срастется. Блин, снайпер, ну так дело не делается. Ты тут должен попасть, мне насрать на это самое. Ты тут попасть, мы должны снять этого чувака, потому что иначе, ну... Так, продолжаем. Блин, вот отсюда стоит снайпер. Так, а кто у нас еще тут в этот фул? Ракетчик. А ну-ка, ракетчик. 50%. Ну, я надеюсь, ты попадешь. Твою мать, ну это поправка бесит. На поправка на ветер. Какая нахрен поправка, блин, на ветер? На какой еще ветер, блин, поправка? 60 хедшот, снайпер, ну ты хоть не промашь, а? Да какого? Промахнулся. Что это за говно сейчас происходит, я иду. Не понимаю. Просто какой-то дебилизм происходит. Не, вы это вообще видите? Или это мне кажется? Поправка на ветер. Ладно. Не, вы... Нет патронов. Не удалось нанести урон. Вы вообще наблюдаете Побегаюсь. То, что происходит? Сколько промахов? Не, командир, это... Противник приближается с воздуха к дальнему посту охраны. Не уверен, что наземные силы врага могут туда добраться. Возможно, они ограничатся ударом с воздуха. Не, надо, наверное, отдавать этого, потому что тут паника всякая. Я больше не выдержу! Вон эти дауны в панику Захожу. Пошли. Уже иду.
На 6 кританул. Ну, блин. Мне нужны боеприпасы. Крисолиды говна куски бегают. Так, ну ладно, крисолиды пофиг. Этот засел. Не, ребята, надо, короче, пофиг на этого вообще чувака, который под контролем, у которого разум. Вообще насрать на него. Вот. Давайте мы сейчас тогда попробуем туда дальше проходить, потому что, ну, то, что вот эти с воздуха подлетают, это вообще, короче, трэш. Вот. Ладненько, я тогда на этом этот выпуск закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.